конца июня в детском саду номер 8 идут подготовительные ремонтные работы. В прошлом году сотрудники «Улыбки» и родители малышей неоднократно заявляли о трещинах в перегородках. Специалисты провели экспертизу и установили, что причиной стали нарушения при строительстве учреждения. Для исправления недочетов выбрали нового подрядчика – питерский ООО «Престиж». После того, как оформили необходимые документы, приехали сюда их представители, мы провели уже встречи с теми людьми, которые непосредственно будут отвечать за выполнение работы в нашем городе. И, по сути дела, сейчас, вот в июле месяце, они уже небольшой объем работы сделали, связанный в основном с подготовительными работами и началом демонтажа тех строительных конструкций, которые необходимо осуществить по проекту. Детский сад открыли в конце 2016 года. Его строительство обошлось 145 миллионов рублей. Стоимость ремонта – более 23 миллионов. Закончить его, согласно контракту, рабочие должны до середины ноября. Проект, который у нас есть, как раз касается демонтажа старых перегородок, которые построены с нарушениями, и устройства новых. Соответственно, мы думаем, что эти мероприятия позволят обеспечить нормальное функционирование здания. На время проведения работ воспитателей и малышей переместили в детский сад «Солнышко». Туда в свое время также направили ребята из детского сада номер 44, пока там шел капитальный ремонт. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.